Ну и как все прошло? Кажется, хорошо. Я сделала все, что вы мне сказали. Сейчас пойду к господину. Я приготовила для тебя машину. Ты уедешь из этого дома так, как ты этого заслуживаешь. Султан тебя проводит. Большое спасибо. Я не знаю, как отблагодарить вас. Научишься, когда придет время. Еще раз большое спасибо. Не знаю, о чем вы говорили, но того, что вы хотите, не будет. Я не позволю, пока живу в этом доме. Прошу, господин там. Иди и сама скажи, что все будут брать разрешение только у тебя. Что скажешь на это? Ты как матери, мне постоянно наносишь удар в спину. Мне просто интересно, какой бы ты была мать? Можешь идти. Жди от меня новостей. Заходи. Господин, я проводила Пелин. Могу я зайти? И как она вам, господин? Вам что-то не понравилось? Во что ты меня впутываешь, Ифакат? Я согласился, чтобы ты не обиделась. Заставляешь меня разговаривать с ребенком, который на все согласен. Может, она проявила невоспитанность? Не скажу, что да. Она глупая, бедная девушка, которую нормально не воспитали. Но мой внук еще хуже. И когда я увидел ее мать, мои тревоги оправдались, Ифакат. Мне что-то не нравится. Господин, может быть, вы сильно переживаете из-за Сейран? Может быть. Когда дело касается человека, я боюсь совершить ошибку. Господин, не буду скрывать, что я думаю. Кязым сразу выдаст свою дочь замуж, как только она разведется. У нее будет много женихов. И кто знает, сколько они попытаются вытянуть из нас. Я имею в виду не деньги, богатство. Но если Сейран сразу же выйдет замуж, то Ферит сойдет с ума. И это его ранит. Может, он возьмет и уедет отсюда. Скажи, что ты имеешь в виду? Раз, несмотря на то, что он не был женат и не смог расстаться с этой девушкой, то между ними что-то есть. Нам надо действовать до Кязыма. Мы не будем оставлять Ферита. И если у них родится ребенок, и этот ребенок будет бегать в саду, и будет доноситься детский смех, и он будет веселиться с ним, то мы с радостью будем наблюдать за всем этим. И его жизнь наладится, и у него снова появится стимул, чтобы жить дальше. Войдите. Господин, пришла госпожа Битюль. Она принесла документы, которые вы просили. Проходите. Скорейшего выздоровления, господин Халис. Все передают вам большой привет. Да будет доволен тобой Аллах. Идем, проходи. Это документы, которые вам нужно подписать. А также госпожа Мехвеш отправила вам документы, которые вы хотели посмотреть. Хорошо, оставь здесь и подожди у двери. Спасибо. Не стоит поднимать эту тему, пока все не обговорим. Если понадобится, то я сам подниму. Можешь идти. С вашего позволения.
Госпожа Пелин, за нами едет господин Феррит и сигналит. Можешь остановить? Выйди. Выйди. Хорошо, подожди. Вы сошли с ума, Пелин? Феррит, успокойся. В смысле успокойся? Как ты можешь приезжать сюда, не сообщив мне? Успокойся. В смысле успокойся, Пелин? Какие у тебя могут быть дела с дедушкой? У меня нет, а у них есть. Они позвали меня. Если хочешь что-то узнать, то спроси у своего дедушки или у невестки. Невестка. Конечно. Ну, конечно же. А я-то думаю, откуда твоя мама узнала столько информации по поводу Сейра? Твоя мама и невестка в сговоре? Я не знаю, Феррит. При чем тут это? Если это так, то я тут ни при чем. Понимаешь это? Что я могла сделать, кроме того, чтобы пойти? Ты могла бы хотя бы сообщить мне об этом. Госпожа Айфакат сказала не говорить Ферриту. Откуда я могла знать, дедушка меня зовет или кто-то другой? Не приходила бы, Пелин, как ты смеешь? Как ты смеешь приходить в наш дом? Мне было интересно, вдруг дедушка хотел что-то сказать. Я пошла туда ради тебя, ради твоего же блага. Не думай о моем благе, Пелин. Послушай, я не знаю, что тебе сказала невестка, но я с Сейран не разведусь. Не строй напрасные мечты. И не разводись с ней, хорошо, Феррит? Хорошо? Я не делаю это, чтобы ты развелся. Я делаю это, чтобы ты был в порядке. Какая выгода может быть у меня или у моей мамы от твоей семьи? Ты винишь нас в том, что мы не использовали тебя как Сейран. Я никому не дам использовать себя. Хорошо. Ты не переживай. Я уверена в этом. Вы прятали ее сестру в моем доме. Ты, кажется, забыл об этом. Кто знает, сколько раз ты поругался с ее отцом. Она несколько раз воспользовалась тобой, чтобы решить свои семейные проблемы. Сейран разве не знает, что отец выдал ее замуж ради денег? Это семья, вся жизнь которой построена на поисках выгоды. Ты думаешь, ее злость и ненависть к тебе пройдет, что ли? Ты так думаешь, Феррит? Как думаешь, почему? Почему происходят эти глупые ссоры и споры? Ты удивляешься, а я не удивляюсь. Потому что в душе эта девушка тебя ненавидит. Ты лишь мужчина, который дал денег ее отцу за нее, Феррит. Как ты думаешь, что бы я сделал, если бы мой отец попросил меня о таком? Ты украл ее мечты. Ты пошел свататься к сестре, но в последнюю минуту сказал, что хочешь ее. В какое положение ты поставил ее сестру? А потом привел меня в брачную ночь. Кажется, ты забыл про это. Но эта девушка не может забыть. Как по мне, благодари, что она тебя не убила. Хотя, если спросить меня... то девушка поступила с тобой гораздо хуже, чем бы просто убила тебя.